Коллеги, давайте начнем. Хорошо. Да, мы начинаем нашу международную научно-практическую конференцию «Индийские рамаяны», посвященную празднованию 490-летию индийского поэта и философа Тулсидаса. Ну, здесь собрались в основном индологи, поэтому не надо объяснять и рассказывать про Тулсидаса, поэтому я первое слово предоставляю Ирине Викторовне Бакановой, директору музейного центра РГГУ. Извините за это. Для меня большая честь начать эту конференцию. Конечно, я думаю, ее начинать нужно было бы индологом. Я приветствую многих коллег, с которых я знаю. И Сергей Ильич Серебряный, директор нашего института высших гуманитарных исследований, для меня огромный авторитет, и другие наши коллеги, и выступать, конечно, в такой аудитории, но это просто как такому совершенно приготовишке выступать перед академиками, так и есть. Но поскольку я выступаю здесь не в качестве исследователя индолога, а в качестве директора музейного центра, который организовал выставку художника Владимира Геевича Серебровского, то я на этом своем поле чувствую себя все-таки более уверенно. И хочу вам сказать, что, конечно же, конференция, которая проходит сегодня в нашем РГГУ, это конференция, которая объединяет всех. И ученых, индологов, и искусствоведов, и лингвистов, и нас, музейщиков. И повторяю, для нас большая честь, что эта конференция проходит в этом зале. Владимир Глебович Серебровский, русский художник, который отдал Индии очень много лет своей жизни. И впрямую, в том числе, отдал Индии много лет своей жизни, поскольку он примерно два десятилетия работал над рамаяной, как рассказывает Тамара Петровна Серебровская. Она здесь, она, я думаю, еще скажет свое слово. Но, понимаете, когда мы говорим о русском художнике, который так всерьез этим занимался, нужно подкреплять это примерами. Мало того, что у нас есть вот этот тур по выставке, я думаю, что вы сможете увидеть выставку «Моя прекрасная Индия», мы ее назвали так по словам Владимира Глебовича Серебровского, но, к сожалению, не все увидят, это сложно очень. Но так или иначе, я вот могу показать книжечку Ромайна, которая была издана в 90-м году в Душанбе с иллюстрациями Владимира Глебовича. Мы ее подарим, конечно же, нашему центру Юго-Восточной Азии, там замечательные иллюстрации Серебровского. Но есть такой импровизированный маленький альбомчик, который сделан Тамара Серебровская, я просто хочу вам показать количество работ. Рассмотреть, конечно, невозможно, но вот даже если просто так перелистать, вы видите, что это примерно около 80 работ Владимира Глебовича, посвященных только рамаяне. Да. Вот. И это не только рамаяна, не говоря уже о других его работах, посвященных Индии. Конечно, было бы замечательно, если бы мы, музейный центр, вместе с Центром Юго-Восточной Азии, смогли бы издать такое исследование, такое сделать книжечку и искусствоведческую, и одновременно литературоведческую в двух частях, посвященных вот этой рамаяне. Но когда я говорю об этом, я думаю, но ведь есть много других тем, связанных с романами, связанных не только с Владимиром Глебовичем Серебровским, как с художником, хотя, конечно, он, повторяю, отдал этому значительную часть своей жизни. И когда мы говорим о том, что он знаменитый наш сценограф, более 200 спектаклей было ему оформлено и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и тогда в Ленинграде, в Потсдаме, в Риге, в Баку, ну, можно перечислять много городов, с самыми разными выдающимися нашими режиссерами. И опять-таки здесь тоже тема Ромаяны, тема Индии возникает совершенно органично. Но когда мы говорим об этом, мы говорим о том, что вот это тот русский художник, который подходил к Индии не с точки зрения каких-то ментальных интересов. Он начинал
изучать Индию в Таджикистане. Так получилось, что русский художник, родившийся на берегах Волги, закончивший в ГИК, занимался западным искусством, он занимался абстрактной живописи, занимался разными поисками в области музыки. В частности, известно, что именно в музее Скрябина, три музея Скрябина, тогда организовалась студия электронной музыки, в которой рядом Владимир Григорьевич Серебровский был рядом с выдающимися сегодня нашими музыкантами, с Владимиром Мартыновым и с Эдуардом Артемьевым, а вот с этой замечательной командой. Вот эти его поиски дальнейшие, они привели к совершенно другому Серебровскому, который начал осваивать ситар после посещения Индии, начал сам писать такую медитативную музыку. И эта медитативная музыка звучала в некоторых спектаклях, в том числе в Таллинском театре, вот, посвященном как раз индийской теме. Спектакль, посвященный индийской теме. И почему я начала с Таджикистана? Что в Таджикистан Серебровский приехал из Москвы, потому что его мама была приглашена балетмейстером в Таджикский театр оперы и балета, и она пригласила своего сына оформить там спектакль. И оказалось, что вот это была такая невероятная прививка, которая сыграла очень значительную роль в его жизни. То есть Восток был привит навсегда, после молодых лет. А Серебровский начал делить свое жизненное время между Востоком и Россией, между Москвой и Таджикистаном. А в промежутке между Таджикистаном и Москвой уже появилась невероятная Индия. И вот это его прекрасная Индия, это, конечно, необыкновенное культурное наследие, которое принадлежит России, но в то же самое время это, конечно, наследие, которым принадлежит и Индии, и это наследие, которым должен гордиться Таджикистан, потому что очень значительное число работ Владимира Григорьевича посвящено этой стране. 100 видов памира называлась одна из его выставок. Но на самом деле, как мы посчитали с Тамарой Петровной, более 300 только видов гор памирской гряды посвящено этой стране, не говоря уже о прекрасных садах, людях и так далее. И вот когда я начала говорить, что вот этот интерес русского художника, он не ориентального свойства, а другого, глубинного такого свойства, я как раз вспоминаю работу Сергея Дмитриевича Серебряного о постижении Индии, как постигалась Индия, каким образом можно было узнать эту необыкновенную культуру. Понятно, что сейчас я не могу так пространно говорить о том, какой причине меня привлекла на эта работа, но хочу сказать, что подходы Серебровского к Индии, они позволяют нам говорить о том, что когда человек так всерьез осваивает пространство другой культуры, он и на свою культуру смотрит иначе. И когда мы показываем работы Владимира Григорьевича Серебровского, посвященные Индии, мы видим там Россию, потому что его Индии, конечно, зашифрована Россия. Но когда мы показываем работы, посвященные России, а здесь на нашей выставке целое крыло посвящено пейзажам русским, мы видим необыкновенный свет Востока, который пронизывает пространство нескучного сада. И когда я задавала вопрос Владимиру Григорьевичу, вот у него есть 100 видов памира, а может быть у него есть 100 видов нескучного сада, он сказал, что ты знаешь, гораздо больше. То есть вот этот свет Востока, это свет и в прямом смысле. Мы можем тут говорить о колорите, мы можем говорить о том, как построены композиционные его работы. И вот в следующую пятницу об этом мы будем говорить здесь с нашими искусствоведами на этой выставке. Но я хочу сказать, что вот этот цвет условный, цвет как образ, вот этот цвет Востока, это, конечно, свет, который позволяет нам посмотреть на себя несколько иначе, как можно посмотреть иначе на любую другую культуру, если ты смотришь на нее глазами человека по-настоящему любящего и по-настоящему ищущего в той другой культуре,
новых смыслов. Надо сказать, что вот здесь, на нашей выставке, есть замечательная работа, которая посвящена учителю, как говорил Владимир Григорьевич, мы ее покажем. Он работал над ней 14 лет. И сам говорил, что он недоволен, он не закончил этот портрет. И в то же самое время Тамара Петровна тут вспоминает, что уже невозможно было не поставить последнюю точку, потому что поиски себя, да, просветления в этом диалоге с учителем, они продолжались до последней его жизни. Я говорю о портрете Кришнамурти, который здесь, в этом зале, и к которому, конечно, мы обращаемся тоже с совершенно особым образом. Вот я думаю, у каждого из нас есть свой учитель, и в данном случае, вот на этой конференции, мне хочется сказать, что для меня во многом это и Владимир Григорьевич Серебровский, русский человек, который хочет видеть культуру другого народа, другой страны с необыкновенной любовью, познавая, пытаясь приблизиться вот к тому духовному составляющему этого народа. Спасибо всем огромное и спасибо за честь быть приглашенной на эту конференцию. Спасибо, спасибо, Ирина Викторовна. А сейчас, да, вдова художника Тамара Серебровская, пожалуйста, Тамара Петровна. Если можно, пожалуйста. Простите, а то... Да, пожалуйста, даже... конечно, конечно. Я хотела сказать, что, конечно, у Серебровского было много другими художниками, особенно много театральных и персональных мыслов было, ну, достаточно много. Именно эта выставка, она мне кажется особенно значимой, потому что особо не была выставка, когда она не располагала, все равно поток особенного на выставке редко наблюдалось, а вот здесь большой поток студентов туда ходит. И почти хочешь, это как такая незаметная прививка, может быть, хорошего вкуса. И дальше вот, интереса к этому художнику, который может быть потом таким образом будет продвигаться. На словах людей, студентов, педагогов, замечательную работу. Вот. Я хочу сказать, что один на другой выставке, которая была на Сестану Гатинской, посвящена Ромае. Она посвящена в доме дружбы народов. И тогда, конечно, индейцы очень удивились. И терпели, купили что-то около 20 лет, 15 тысяч рублей, в 1982 году. И об этом, о том, что он занимался, когда Катерина Викторовна говорила, о том, что он появился в Таджикистане, и через Таджикистан увидел Индию. Пожалуй, вот в Украине, это первое, что он начал рисоваться в Индии. И это же в моих глазах происходило, удивительно. Они такие, я бы сказала, забавные, даже смешные. Он это называет точно, но в данном случае приятно смотреть на него. Вот, и после его подговорила, вот это моя реакция, и он очень понял, что он вошел по мне. И в этом альбоме можно увидеть, что совсем другие были. Сначала изображение Ромае, а потом они просто опустили вот эти удивительные индийцы, которые видели это, они не могли понять, что это написал рисовал русский человек. Я растерялась. Ну, я, конечно, очень признательна всем рекламам. Особенно ближайшее поклонение Ирине Викторовне за то, что она вот столько сил была приложена к тому, чтобы организовать эту выставку.
нашему центру Восточной Азии, вместе с нашим заведующим, с педагогом, с Индирой. И вот, Тамара, что вы хотели подарить эту книжку. Да. Можно сразу передать эту книгу. Да. Александр Александрович, да. С поклоном. Спасибо. Да. Да, ну мы потом, я думаю, что еще распечатаем вот это тоже на вашем сайте. Спасибо. Интересно, да. Обязательно, конечно. Спасибо. 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 Огромное спасибо всем, кто принимал участие в организации, выступить всем вам. Дорогие друзья, это невероятно трогательно. И мы решили подземлю, я тоже много людей. Серебровский, конечно, это все видит. Спасибо вам огромное. И низкий поклон на всех нас. Спасибо. Коллеги, нас еще ожидает виртуальный тур по выставке. Вот, но сейчас я хочу слова благодарности сказать вот тем, кто организовал и собрал эту выставку, и предоставить слово уже переходить к нашей конференции, вступительное слово Сергею Дмитриевичу, директору Института высших гуманитарных исследований, который долгие годы посвятил изучению Рамаяны. Сергей Дмитриевич, пожалуйста. Спасибо. Меня слышно хорошо? Спасибо, да. Вот спасибо вам, устроителям, за то, что пригласили меня на такое интересное и, в общем, значимое мероприятие. Я предвкушаю знакомство уже девизу непосредственно с выставкой, когда смогу прийти туда. Ну, мое, так сказать, право выступать с неким вступительным словом действительно связано с тем, что у меня есть такая даже личная связь с Рамаяной Тульсидаса. Я когда был студентом в Бенарасе, это было 67-68 год, уже так давно, там есть музей, то есть, извините, не музей, храм, храм Тульсидаса, такое белое, мраморное, довольно большое, современное сооружение. Это, я думаю, оно было сделано где-нибудь в 50-х годах, может быть. Вот, и там вся Рамаяна Тульсидаса с золотым таким, значит, шрифтом выписана на стенах этого храма. Вот, так что мое знакомство вот с Рамаяной Тульсидаса, ну, до этого, конечно, мы все читали перевод Алексея Петровича Баранникова, хотя, ну, это, конечно, такой немножко курьез. Но об этом, может быть, кто-то другой скажет. Там самое ценное в этой книге, конечно, предисловие. А перевод – это, скорее, такой что-то странное. И вот и там, в этом храме, я познакомился с местным брахманом. Такой уже в годах был человек, который, ну, такой у него был проповеднический пафос. И он вот сказал: давайте я буду вас учить Рамаяне, давайте будем читать. Ну, я был человек любопытный. Мы действительно вот у него дома стали читать Рамаяну. Он мне открыл, собственно говоря, вот Рамаяну Тульсидаса. Я учился в ИВИА вот в 60-е годы, но хинди вот был мой основной язык индийский. Но никто нам никакой поэзии, конечно, никогда не преподавал. И наши преподаватели, я думаю, они даже не могли бы читать Рамаяну Тульсидаса, потому что образование они получали или в Институте военных переводчиков, или еще в каких-то учреждениях тоже, где их нацеливали сугубо на такое практическое использование хинди. Так что моему поколению индологов уже вот поэзию на хинди и на других индийских языках уже приходилось открывать самим, вот, вот таким вот, например, стихийным способом. Но я надеюсь, что нынешние студенты, они как-то более будут удачны в этом отношении. Да, ну, и чтобы не задерживать вас, и в таком, я бы сказал, в индийском, следуя индийскому обычаю, открывать заседание чтением каких-нибудь шлок. И поскольку у нас сегодня еще отмечается
Ну, тут трудно сказать, там с хронологией, как всегда, дело темное, так что можно отмечать дни рождения или юбилей Тульсидаса, в общем, когда захочется, мне кажется. Ну, и сегодня ничем не хуже, чем другой день. Сегодня, правда, еще и день рождения Ленина, но об этом, к счастью, сейчас уже никто не вспоминает. На субботники мы теперь не ходим. Так вот, я просто зачитаю вам. Мы с этим вот Брахманом, почему-то он особенно любил четвертую книгу, там, где Рама встречается вот с царем обезьян Сугривой. И действительно, вот я просто некоторые строки до сих пор наизусть помню. Прежде всего, это действительно великая поэзия. Вот можно говорить там о Тульсидасе как о там, религиозном деятеле, все, но вот прежде всего, мне кажется, надо сказать, что это потрясающая поэзия. Это вот как индийские слова, из индийских слов составляются какие-то чудесные совершенно строки. Ну, чтобы дальше не говорить попусту, я вам просто прочитаю. Вот это первый шлоки, ну, не шлоки, они, как они там называются, доги вот этой четвертой книги, это Рама и Лакшмана идут по лесу и приходят к горе Ришьямука, а там живет вот этот в изгнании обезьяний царь Сугрива. Сугрива их видит, а министром у Сугривы обезьяна Хануман, как мы все помним. И вот он, а Хануман мог, как и другие вот обезьяны его сотоварищи, он мог принимать по желанию любой облик. Вот тот и этот Сугрива ему говорит, ты вот прикинься юным брахманом и пойди выспроси, что там за люди какие-то идут, непонятно кто. Вот, но начинается так. Агечали Багури Рагурая. Рагурая, это на санскрите было бы Рагураджа, это царь из рода Рагу, это Рама. Значит, Аге Чали Багури Рагурая, Ришьямука Парбата Нерая, Тагара Сачипса Хитсугрива, Авата Декхи Атуле Баласива, Ати Сабхит Кагасуну Ганумана, Пуруша Джугаля, Баляруп Нидхана, Дарибату Руп Декху Тенджаи, Кагесу Джаниджия Саяна Буджаи. Ну, не знаю, как в моем исполнении. Наверное, можно читать и иначе. Но вот так меня учил тот брахман. И вот, значит, вот этот самый Хануман идет. И вот речь Ханумана, обращенная к Раме и Лакшмане. Это прекрасная поэзия. Он их спрашивает, кто вы двое? Один светло-телый, другой темно-телый. Вот вы идете по грубой земле своими нежными ногами, вы, наверное, боги, прикинувшиеся людьми. Вот примерно так, такой текст. И вот это звучит так. Котум сьямаля гаура сарира, чатрирупа пхиргу банабира, качина бхуми, комаля падагами, кавана гету пчиру вичарагу ванасвами. Мридуля, Маногара, Сундарагата, Сагата, Дусага, Бана, Ата, Пабата, Киту, Мгатини, Дева, Магакау, Нарнарайна, Киту, Мгадоу. Ну, слова-то все знакомые, да? Так, грамматика немножко диковинная для нас, потому что это все-таки не современный литературный хинди, это то, что называется авадхи. Но, в принципе, человек, который изучает современный хинди, ему вот несложно научиться понимать этот текст. Там грамматики довольно мало, а слова все знакомые. Вот, и я хочу сказать. Да, и современные ведь индийцы, да, скажем, для кого даже хинди родной, они не так уж сходу прям это все понимают. Для них есть издание, у меня тоже где-то дома лежит, но что-то не нашел сейчас, где, значит, вот Доган Авади, а потом перевод на современный хинди. Вот. Но я повторяю, что несложно научиться понимать этот текст и наслаждаться этой поэзией. Вот я еще, это одна из моих любимых строк, как это вот сказано, он им говорит,
по суровой твердой земле нежными ногами идущие. Вот так он к ним обращается. Катхинабхуми комала падагами. Это больше даже санскрит, чем хин. Все, на этом я умолкаю. И надеюсь, что будет очень интересная конференция. Я сам с удовольствием все буду слушать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Сергей Дмитриевич. А сейчас обещанный виртуальный тур по выставке. Да, пожалуйста. Угу. Да. Нормально? Видно? Всем видно? Коллеги, всем видно? Нет. Ну, кто-нибудь скажите. Сергей Дмитриевич. Что? Видно? Все видно, да. Моя прекрасная Индия. Это почти my fair lady. Да, да, да. Ну что, давайте. В Казахстане тоже видно. Хорошо. Ну, наверное, нужно было бы прокомментировать. Вот справа сейчас вы видели Абаньян, вот это священное древо, да, и Владимир Глебович сам говорил, что под этим древом я получил просветление. Вот, поэтому, конечно, если нажимать на эти кнопочки, мы можем нет, показать на самую картину. Если нажать на картину, мы можем увидеть... Нет. Мы хотели как раз показать картины, которые вот относятся к теме Рамаяны. Да, мы просто входим сюда. Да, мы просто входим попутно сюда. Да, можно приблизить это, да, пожалуйста. Чтобы наши онлайн-участники смогли тоже... Да, это как раз две темы, да. Рождение Рамы и рождение Кришны. Стоит еще отметить, что как просто прекрасно сделана выставка, что вы можете нажать, собственно, на описание любой из картин, и тут вот вы про нее сможете прочитать, собственно, и приблизить ее. Это не надо наклеить, просто на поле чисто. Ну, это вот уже Таджикистан. Банер. Это мы уже уходим из этого пространства, да, в такой переход уже к другому востоку, к Непалу, к Японии, дальше. Да, ну вот можно увидеть вот условный, вот, тоже условный восток Ганга, это костюмы, восточные костюмы, эскизы костюмов, которые Владимир Глебович сделал для спектаклей. Ну вот, видите, вот это тоже 40 царевичей, это уже индийская тема, Миларепа, да. Тут нужно нажать на Миларепу, просто на саму картинку. Нет, рядом. Да, вот на эти. Нажать на костюмы, да. Нужно поближе подойти немножко сейчас. Она вот самая ближайшая, вот эта только нажимается. Ну, может быть, надо просто сказать нашим коллегам, что этот тур, он есть на сайте музейного центра РГГУ, и любой, кому это интересно, может внимательно это посмотреть отдельно, если по ссылке пройдет вот... Мы в чат тогда скинем сейчас ссылку. Да. Можно да, параллельно тогда слушать доклады и наслаждаться картинами, которые вот как раз-таки представлены на этой выставке. Совершенно верно, да. Спасибо. Так, спасибо. Сейчас мы скинем ссылку в чат. А сейчас начинаем мы наши пленарные доклады. Вроде бы мы не очень отстаем от нашего регламента. Наша коллега Анна Витальевна Челнокова, доцент кафедры индийской филологии Восточного факультета Санкт-Петербургского университета, расскажет об истории перерождения Рамачарита Манаса. Ой, спасибо большое, Александр Александрович. Очень приятно всех видеть, очень приятно говорить о
Ромайне, которая, наверное, для меня является каким-то таким неприходящим символом Индии, индийской культуры. И как раз вот в этот раз очень, может быть, и удачно, и неудачно, что я, получается, делаю свой доклад первое, потому что я буду говорить о очень нетипичном проявлении, да, этого самого Рамачаритамануса, о котором сегодня, да, поскольку хоть конференция и посвящена традиции Рамаяны, скажем так, да, конечно же, если мы говорим о Тулсидасе, благодаря которому мы здесь сегодня во многом собрались, то это наиболее в современной Индии, пожалуй, авторитетный текст. А что такое авторитет? Авторитет – это сразу то, что за собой несет, ну, вот, целую традицию каких-то стереотипов, искажений. Это то, что каким-то образом нужно сделать своим, привязать к своему мировоззрению. И, безусловно, вот то, что происходит сейчас, я приведу лишь маленький пример, это очень интересно. И не могу до того, как начну говорить, не могу не сказать о том, что я крайне рада тому, что вот уже Сергей Дмитриевич сказал о том, что перевод Алексея Петровича Баранникова, это, с одной стороны, конечно же, добавлю от себя научный подвиг, а с другой стороны, то, что читать, ну, довольно трудно. Да, наши студенты расскажут чуть позже, почему так получилось, каков был замысел, и, собственно, о самом Алексее Петровиче. Но я не могу не сказать, с большой радостью отметить, что Тулсидаса переводят и сейчас, и я очень рада видеть Максима Борисовича, чей доклад я жду, и кого я искренне благодарю за его последнюю книгу. Это, конечно, крайне важно, то, что мы продолжаем работать с средневековой поэзией. Ну что же, а сейчас я перехожу к этому самому перерождению, и начну я с того, что скажу несколько слов о том, что из себя представляет культ Рамачаритамануса в современной Индии. Ну, с появлением во второй половине XIX века возможности тиражирования текста Рамачаритамануса типографским способом начинается не только почитание, собственно, содержания и звучания мануса, но и культ самого текста книги. Изначально, конечно же, священным манус считался именно в момент произнесения священным, священный была его, был его текст. Ну и за последние 20 лет многие западные ученые во время полевых исследований, в основном на севере Индии, сталкивались с различными группами индуистов, которые считали Рамачаритаманус своим избранным личным божеством, да, то, что называется словом Иштадев. Ну, это такие небольшие общины, но они довольно распространены. Вот как раз, опять же, Сергей Дмитриевич говорил, что есть храм Тулсидаса, есть, собственно, и адепты, даже не Тулсидаса, но его творения. Ну, в большинстве случаев адепты такого культа осознают, что существует универсальная позиция книга-текст, и поклоняются они именно тексту мануса, да, но при этом, естественно, наибольшее значение имеет звучание самого текста, нежели его содержание. При этом во многих случаях объектом поклонения будет выступать книга, да, вот книга будет представлять из себя идола. Довольно часто это экземпляр массового издания, не отличающийся ни текстологической выверенностью, ни художественным оформлением. Во время ритуала книга, неважно в открытом либо в закрытом виде, водружается на алтарь, либо размещается внутри каким-либо образом обозначенного сакрального пространства. Ей воспевается хвала, ей предлагаются различные подношения. Ну, а в обычной жизни книга, которая во время ритуала почитается как священная, вполне может храниться на обычную, в лучшем случае на обычной полке с другими несвященными, да, в худшем просто там куда-нибудь в угол забрасывается, и до следующего ритуала она больше не представляет из себя никакой ценности. Ну, надо сказать, что ежедневной и неотъемлемой частью ежедневной службы в большинстве вишнуитских храмов является также и ежедневное воспевание Госвами Тулсидаса, автора Рамачаритамануса. Но интересно то, что порой поклоняющиеся манусу имеют очень смутное, а иногда и откровенно превратное содержание, представление о содержании поэмы. Ну, такое случается в основном в общинах, большинство членов которых остаются неграмотными. Сейчас таких общин все меньше, но еще
ну, даже менее 100 лет назад это явление вполне себе было распространено. Обычно это небольшие внутрикастовые, либо в современном мире профессиональные, то есть по истокам также кастовые религиозные объединения, которые часто включают в себя представители как раз самых низких социальных слоев, да, внекастовых, шудр, ремесленников, выполняющих нечистые работы. Ну и, собственно, надо отметить, что в чем-то эти люди изначально и выступали, точнее их предки, да, целевой аудитории поэмы Тулсидаса, да, ну и шире говоря, все идеологии Бхакти. И действительно, во многом именно вот с подобных позиций образы Вальмики переосмысливаются в поэме Тулсидаса. Но поскольку тексты Бхакти, из которых Манас, которые называют Пятой Ведой, являются, безусловно, самым почитаемым, оказываются для низких по рождению индуистов, по сути, единственной возможностью на законных основаниях соприкоснуться, ну, так скажем, с официальной традицией священного, то вполне естественно их ожидание, что содержание памятника должно полностью вписываться в их картину мира. И при том, что представления о непосредственном содержании Манаса эти зачастую неграмотные адепты черпают из публичного чтения или уже все менее понятного текста на аватхе во время богослужения пуджа, да, либо жертвенных церемоний яджня, ну а также из богатейшей фольклорной традиции на сюжет о Роме, которая все чаще в современном мире реализуется не только через бытующие в устной форме предания, безусловно, да, но и в качестве популярных тиражируемых иллюстраций, комиксов, адаптаций вот таких вот упрощенных, так скажем, условно для детей. И именно по этой причине поэма Тулсидаса переживает сегодня новые и порой самые неожиданные перерождения. Ну вот, единственный пример, пример из штата Мадхья-Прадеш, 70-е годы. В 70-х годах в штате Мадхья-Прадеш крайне небольшим тиражом, буквально 2000 экземпляров, вышел сборник религиозных стихов в жанре бхаджан. Да, вполне распространенный жанр, и назывался этот сборник «Рам Расик Гита». Да, расики – это одна из сект, из трех основных сект современных индуистов, которые почитают Раму. Но выпущен этот сборник был, так скажем, для внутреннего пользования небольшой рамаитской общины Рамнами, да, Рамнами Самадж, которые почитают имя Рамы и Рамачаритаманас. То есть у них вот два основных культа. Это непосредственно Рамнам, да, имя Рамы и поэма Тулсидаса. Эта секта появилась в районе Чхатисгарха на востоке Мадхья-Прадеш где-то в конце 19 века, и ее ядро составляли поклонявшиеся Раме неграмотные члены неприкасаемой касты чамаров, кожевенников. Ну и поскольку Рамачаритаманас Тулсидаса был крайне популярен в этой преимущественно рамаитской части штата, то многие члены секты почти полностью знали его наизусть, потому что выучили на слух. Однако, даже в то время священный текст был малопонятен членам общины, все-таки это аватхи, да, при этом Манас считался главным божеством этой секты, и поклонявшиеся ему чамары верили в магическую силу его звучания. Со временем, с развитием традиционного и светского образования, многие члены общины начали понимать, что тексты, которые они произносят, содержат элементы ортодоксальной индуистской идеологии, содержат словословие брахмана, с чем они, безусловно, согласиться никак не смогли. Да? То есть вот буквально идеология Манаса во многом оказывается чужда этим самым низкокастовым адептам, которые поклоняются этому тексту. Ну и помимо публичного чтения Манаса, у рамнамитов также была распространена практика повторения имени Рама, вот тот культ имени Рамнам, о котором я говорила, ну, собственно, повторяют они его в качестве мантры. Они объединили две эти практики в одну и нашли, собственно, выход из этого сложного положения. Все идеологически, как им казались, неподходящие слова, стихи и целые строки Тулсидаса заменялись на рам-рам, на рецитацию повторения имени Рамы. Ну, со временем повторение имени Рамы заменило в тексте практически все другие имена и эпитеты, которыми Рама Рамачандра у Тулсидаса обозначается. Ну и в то же время, где-то приблизительно уже к 20-м годам 20 века, рамнамиты выработали четкие формальные, скажем так, литературные критерии, которые они применяли к собственному своду священных текстов. Основным из этих критериев стал размер
Члены секты признавали священными лишь стихи в размере доха, либо чоупаи, ну, собственно, самые распространенные размеры тулсидаса, ну и, соответственно, им пришлось опять немножечко подкорректировать текст тулсидаса, у которого присутствуют ушлоки и различные другие размеры, чуть позже об этом наши студенты расскажут. Соответственно, все наиболее почитаемые равномитами стихи были подогнаны под один из этих размеров, либо доха, либо чоупаи, третьего не дано. Ну, а позднее в текст равномитского Рамачаритамананса начали проникать также духи и чоупаи других авторов, которые как раз вот идеологически казались им наиболее верными. Ну и на сегодняшний день, конечно, больше всего там было Кабира, ну и лидеры общины, также начали писать собственные стихи и также включать их в этот самый священный текст. Ну вот я начала с того, что в 70-х годах появилась книжечка, которая называлась «Рам-раси Гита». Это прекрасно, да, вот Гита этих самых расиков. При этом именно это небольшое 2000-е издание разошлось довольно быстро, а когда текст переиздали, то он уже назывался просто «Рамачаритамананса». Да, соответственно, вот мы берем книгу под названием «Рамачаритамананса», открываем ее и видим, что ее содержание настолько далеко от поэмы Тулсидаса, насколько это возможно только может быть, хотя, безусловно, общая тематика, да, идеологическое содержание, если так можно говорить о религиозном тексте, да, оно, безусловно, искажено и изменено полностью, ну а вот, собственно, история Рамы, она в качестве такого основного сюжета, тем не менее, осталась. Да, никаких указаний на то, что это вот священный текст равномитов, либо на имена этих самых авторов, их нет. Соответственно, вот существует такое издание, это лишь один пример вот подобных забавных перерождений. Ну и пример с Манасом равномитов показателен не только с точки зрения той роли, которую поэма Тулсидаса играет в социальной и религиозной жизни североиндийских вишнуитских общин, но и с точки зрения литературной истории хинди, да, поскольку в процессе формирования свода священных текстов равномитской общины сложился новый оригинальный жанр, мы можем сказать даже так, да, равномитский бхаджан. Стихи этого жанра, с одной стороны, соответствуют всем характеристикам классических бхаджанов, а с другой обладают целым рядом формальных признаков, которые позволяют их считать отдельным, ну, если не жанром, конечно же, то, так скажем, под жанром, да, под жанром бхаджана. Равномитские бхаджаны должны быть написаны в определенном размере, да, дохи и чоупаи, с обязательным и желательно неоднократным употреблением имени Рама в каждом стихе. Ну и по содержанию они должны соотноситься как с традицией литературы о Раме, преимущественно бхактистской, так и с идеологией системной социальных ценностей своей читательской аудитории. Это далеко не единственный случай появления изначально базирующейся на тексте Рамачаритамананса традиции жанра в жанре. Ну и, безусловно, это вот тоже тот вопрос, который, даст Бог, со временем можно будет рассматривать и изучать. В общем, казалось бы, вот такая нелепица оказывается, ну, довольно интересным и показательным литературным явлением. Это, наверное, все, что я хотела вкратце рассказать о таких неожиданных поворотах в жизни Рамачаритамананса. Спасибо. Спасибо. Очень интересно. Здорово. Вопросы, может быть, есть у кого-нибудь? Можно реплику? Да. Большое спасибо вам за упоминание о нашей работе. А у меня как раз иллюстрация тому, о чем вы говорите. Никуда не хожу без того, как я вам очень планируется, когда говорю на эти темы. И по существу, на самом деле, вот эти рамнами, они давно распространены не только в Чаттисгархе, откуда они родом, они сейчас часто приезжают в Майорби на всякие cultural function и постоянно приглашают, и они там уже стали заметны, несмотря на их скакавшего происхождения. Но интересно, что, что я замечаю, они, как правило, в Майорби стараются не петь свои версии Рамачаритамананса, они просто поют рамнам, чтобы, видимо, не вступать в конфликт с местными фанатами, чтобы монополия поэтому, да, хотя бы по каким-то другим причинам. Да, без.
Это действительно очень интересно, спасибо большое. Мне кажется, что одной из причин может быть то, что они хотят, поскольку вроде как они же вне кастовые, да, они чамары, и они, тем не менее, вот смогли освоить для себя эту самую индуистскую традицию. Они ее считают несколько отдельно, и, может быть, они действительно собственные культы вот так вот к общему индуизму пускать не хотят. Я читала такое не про других расиков, не про рамнамитов. Ну вот действительно, да, спасибо, это очень интересно. Спасибо, коллеги. А сейчас у нас некоторое смещение программы. У нас слово предоставляется Гульнире Анваровне Шарматовой, преподавателю кафедры литературы стран Востока и сравнительного литературоведения Ташкентского государственного университета востоковедения. Тему Гульнира Анваровна скажет сама. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие коллеги. Я очень рада вас видеть снова, что мы вместе. И сегодня отмечаем такую хорошую дату, день рождения Тульсидаса, да? И значение Рамачарита Манасы. Я хотела выразить благодарность, что мы можем участвовать в таких мероприятиях от имени моей заведующей кафедры Мухибовой Ульфат Учкунны, которая сегодня, к сожалению, не может присутствовать из-за таких обстоятельств, которые на работе у нас там есть. Вот, и она просила передать несколько слов об изучении Рамаяны в Узбекистане. И, на узбекский язык Рамаяна была переведена нашим известным писателем Мухаммад Али. Но переводил он с русского языка, не с санскрита. Вот. И у нас существует курс по литературе хинди, который читает сам Мухаммад Али. И он очень глубоко знакомит студентов с самим содержанием Рамаяны, с его героями, сюжетом. И студенты очень с интересом слушают его лекции. А еще хотелось бы добавить, что Рамаяна, она переведена в сериал на узбекский язык, и 4 раза у нас демонстрировалось по телевидению. И наши, когда я у студентов тоже спрашиваю, кто-нибудь читал Рамаяну? Они говорят, смотрели фильм, сериал смотрели. Говорят, я помню, когда был маленький, там стрелы летели друг на друга, и для меня было, говорит, это очень удивительно, очень интересно. Я, говорит, не мог понять, как это все случается. Вот. Мы потом, конечно, объясняем, что это все божественные силы, которые помогают бороться со злом. И Рам, как аватар Вишну, он всегда всесильный, мудрый, справедливый. И обязательно мы читаем отрывки из Рамаяны на наших лекциях. И это дает очень, реально поэтический язык Рамаяны, он захватывает очень сильно. Вот. И у нас есть культурный центр в Ташкенте, индийский культурный центр. И там у нас преподается катхакали. И, конечно, катхакали – это тоже замечательное музыкальное, танцевальное переложение Рамаяны на сцене, который действительно рассказывает, как Рам шел по лесу, как Сита видела антилоп, зверюши, как птички пели, это все. Мы прослеживаем в танцах катхакали. И у нас часто студенты сами любят выступать, и мы ходим в индийский культурный центр. То есть Рамаяна, когда студентов спрашиваешь, литература Индии для тебя что первое? Первое слово. Очень многие говорят Рамаяна или Махабхарата. Обязательно
Рабиндранат Тагор. То есть наши студенты тоже с интересом изучают это произведение. И, ну, к сожалению, Рамачарита Манаса у нас на узбекском перевода нету. Вот. Ну, это действительно очень сложный процесс. И пока, значит, никто этим не занимался. Вот. А у меня у самой лично доклад, который связан с сюжетом Рамаяны как архетип в контексте индонезийской литературы. Ну, я тоже постараюсь вкратце, значит, не буду останавливаться на степени изученности этого вопроса. И я бы хотела, ну, как бы небольшие особенности в индонезийской литературе, о роли Рамаяны. Значит, в моей статье представлена попытка найти внутренние связи таких жанров, которые есть в индонезийской литературе, в частности, в малайской литературе, это каковины, сираты и хикаеты, созданные в различные эпохи сюжетом Рамаяны. И я попыталась выявить их типологическую устойчивость в различные эпохи сюжетом как один из основных свойств литературного архетипа. Значит, Юго-Восточная Азия познакомилась с Рамаяной благодаря усилиям брахманов, индийских князей, священников, поэтов, купцов и ремесленников. Различия в идеологической, политической и религиозной настройке не помешали популярности эпоса. Интеграция эпоса в таких странах, как Камбоджа, Бирма, Лаос, Китай, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд и Вьетнам происходили по двум аспектам. Это через язык и литературу, и другой аспект – это искусство и архитектура. Освоение сюжетов Рамаяны на индонезийском архипелаге осуществлялось как письменным, так и устным путем. По словам одного из ученых, существует почти 1200 версий Рамаяны только в одной восточной яве. Огромная жизнеспособность традиции Рамаяны в Индонезии является доказательством высказывания Брахмы, обращенного к Вальмике. «О великий мудрец, пока горы стоят и текут реки на земле, до тех пор будет рассказываться история подвигов Рамы». Ну, это действительно так. Профессор Рамила Тхапар дала интересное объяснение распространенности многих рамаян. По ее словам, Рамаяна не принадлежит истории, ибо она имеет свою историю, которая существует адаптированной в многочисленных вариантах, созданных вокруг сюжета в разные времена и места. Мало того, что существуют различные рамаяны, каждый текст рамаяны отражает самобытность народа и заново созданные им произведения. Подтверждением этого непрерывного процесса может служить следующая легенда, рассказанная Рамануджей. Однажды, когда Рам сидел на троне, с его руки упало кольцо. Когда оно коснулось земли, то там появилось отверстие, и кольцо исчезло в нем. Рама попросил Ханумана, своего доверенного ученика, найти кольцо. Хануман сразу обратил себя в крошечное существо, спустился через отверстие и вошел в преисподнюю. Женщины в преисподней поймали его и представили его перед своим правителем. Все это время Хануман повторял имя Рам, Рам, Рам. Правитель спросил его: «Кто ты?» «Я Хануман. Зачем ты пришел сюда?» «Кольцо Рамы упало и исчезло. Я пришел, чтобы взять его». Правитель принес блюдо, на котором было 1000 колец. «Ты можешь забрать кольцо Рамы», – правитель сказал Хануману. Все они были кольцами Рамы. Хануман посмотрел на блюдо и сказал, что он не знает, какое из колец Рамы. Повелитель сказал Хануману, что на этом блюде столько колец, сколько существовало Рам. Когда ты вернешься на землю, ты не найдешь Раму. Это воплощение Рамы выполнило свою миссию, и поэтому кольцо упало вниз.
Я собираю эти кольца и храню. Теперь ты можешь идти. Так Хануман ушел. Рамануджа рассказывает эту историю, чтобы подчеркнуть, что для каждого такого рамы есть своя рамаяна. Количество рамаян и диапазон их влияния в Индии и в Юго-Восточной Азии удивительно. Естественно, что эти рамаяны очень отличаются друг от друга. Но впервые рамаяна в Индонезии появилась в центральной Яве на языке камня. Это скульптуры в храмах Чанди Шивы и Чанди Брахмы. Они стоят во дворе комплексов храмов. В Чанди Вишну, последний из трех храмов, есть рельефы, рассказывающие историю Кришны, являющуюся одним из воплощений Вишны. Но первая версия каковины Рамаяна относится к IX веку нашей эры и состоит из 2774 шлоков в стиле маниправала. Ее автором является Ягишвара. Как полагают, поэма была написана в центральной Яве. Этот яванский каковин всегда считался вершиной художественного мастерства. Большое количество сохранившихся рукописей свидетельствует о его популярности и вариативности. Он был признан самым длинным из всех старых яванских каковинов индуистского буддийского периода Явы. Ну, следует отметить, что яванская рамаяна заметно отличается от оригинального индуистского прототипа. Первая половина похожа на оригинальную версию санскритского, в то время как вторая половина расходится до неузнаваемости от оригинальной рамаяны. Одним из многих серьезных изменений является включение всесильного яванского коренного божества Дхьяна в балийской литературе, известную как Твален. Литературоведы считают, что текстовым источником старого яванского каковина Рамаяна, возможно, была санскритская поэма Ранавандха или Бхатта Кави индийского поэта Бхати. Первая половина Рамаяна является более или менее точным вариантом Бхати. Но следует еще вот отметить, что в индонезийском варианте Рамаяны, значит, Камбар изображает Ситу как божественную женщину и показывает бесстрашную Ситу, борьбу Ситы и Шурпанатхи, сестрой Раваны, где Сита собственноручно отрубает ей нос и отправляет ее к Равану, который бросит вызов Раме, чтобы отомстить за сестру, и начинается война. Эти сцены отсутствуют в Рамаяне Вальмики. Если Сита Вальмики мягкая, добрая, то индонезийская героиня – смелая, сильная женщина, которая борется с асурами и асури в самой Шри-Ланке за свою свободу, сражаясь с 10 000 жен Раваны в одиночку. То есть, ну, если более подробно рассказывать, значит, это мне нужно будет еще половину читать своего выступления. Но, ну, хотелось бы сказать, что действительно Рамаяна, она настолько великая, и смысл ее настолько глубок, что ее распространение на, значит, в странах Юго-Восточной Азии, оно было, конечно, не случайным и оказало большое влияние на мировоззрение, значит, народов индонезийского архипелага. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Гульнара Анваровна. Да, это очень тоже интересно, здорово. Вот, а сейчас Светлана Игоревна Рыжакова, пожалуйста, ведущий научный сотрудник Центра азиатских и тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая. Пожалуйста. Говорить мне отсюда? Да. Вот микрофон. Хорошо. Получается, спиной к аудитории. Да, сейчас. Скажите,
запустим. Презентация. Так, это сейчас будет. Сейчас, где у нас тут? Сейчас должна называться презентация. С флешки можно? Да, да, с флешки. Я сейчас демонстрацию экрана тут там слышу. Это как вижу. Вам под демонстрацию экрана. Сейчас он не запустится. Сейчас. А как сделать, чтобы это было, чтобы на весь экран, чтобы вот отлично. Спасибо большое, уважаемый организатор конференции, дорогие слушатели. И я с удовольствием предлагаю вам небольшой такой очерк в виде доклада, который называется «10 голов на все различные. Многообразие интерпретации Рамаяны в современном сценическом искусстве Индии». И я хочу рассказать, во-первых, конечно, вспомнить замечательные книги, которые вышли уже довольно давно, и эта серия продолжается, потому что вот эти известные работы Паула Ричман, под издательством Паула Ричман, «Many Ramayanas» и «Questioning Ramayanas», конечно, были очень важными в истории изучения этнографии, фольклора и такого этнографического аспекта бытования вот этого великого эпоса, и больше, чем эпоса. И вот последний год замечательная книжка, которая тоже вышла под издательством Паула Ричман и Рустама Бхаручи, такого исследователя театра, театрального критика индийского, ныне же он в Дели живет. Работает в школе School of Art and Aesthetic в Дели University. И вот вы можете увидеть, как расширяются вопросы и расширяется тема, и как раз интерес, особенный интерес они проявляют к перформативности, к сценическому исполнению, к тому, что как не только рассказывается, а как проигрывается Рамаяна в современной Индии. Во-первых, я хочу сказать, что мы говорим о том, что называется Рамаяна, история о принце Раме. Но дело в том, что не только о принце Раме, ведь это вообще не только Рамаяна, это также еще и Ситаяна, это также еще и Лакшманаяна. И, безусловно, это Раванаяна, потому что хорошо известно, что вот те тексты, о которых мы сегодня говорили, еще дальше будем говорить, такие тексты, как санскритская поэма «Вальмики» или «Рамачаритманас Тульсидаса» и многие другие на всех языках Индии, потому что Рамаяна есть и на языке мизо. Это один из тибето-бирманских языков северо-востока Индии. Она своеобразная, она тоже, несмотря на то, что мизо сейчас на 100% христианизирована, но тем не менее, в ходе истории, прежде всего в 19 веке, была создана и также версия этой поэмы на языке мизо. Но они все различаются, конечно. Но главное даже не то, что они различаются, вот эти сотни действительно из текстов о принце Раме. Дело в том, что это кахани. Давайте вспомним тот факт, что Рамаяна — это не просто текст, связанный, который можно исследовать с точки зрения текстового анализа, но это кахани, то есть рассказывание. Каха — кто-то кому-то что-то сказал, рассказал. И это катха, то есть это всегда еще и рам-катха, синоним, что ли, да, наверное, это поэма. То есть это то, что происходит, произносится устно, то, что проговаривается, уточняется, проявляется, постоянно живет, бурлит, пузырится. То есть ее можно сравнить с каким-то огромным таким блюдом, которое бушует в котле, который поставлен на огонь определенный. Это огонь современной жизни, в том числе социальных перемен, политики, ситуации сегодняшней. И она все время не то чтобы меняется, она та же самая, ингредиенты в ней те же самые, но качество ее или проявление другое. И
именно проявление разное. И это можно сопоставить, наверное, по структуре с индийской классической музыкой, вот с рагой, с феноменом раги. Потому что рага – это не произведение. Также и рамаяна – это не только произведение, а это огромное пространство возможностей, в котором каждое произведение будет ситуативно выявлено, будет как бы высказано, показано, но это совершенно не означает, что оно будет точно такое же завтра. Оно может проявиться иначе. И в этом смысле слово английское unfold, да, нельзя сыграть рагу. Ее можно только раскрыть, некоторую возможность этой раги. И также и индейцы поступают с, вот этим, вот с этим текстом, с этим произведением. За каждым нарративом всегда стоит контрнарратив. Ну вот прекрасная, замечательная история, которую предыдущая докладчица рассказала о тысяче колец Рамы, да. Но дело в том, что да, там еще есть такой момент вот в этой истории, что к самому Раме в тот момент пришли Вишвамитра или Васиштха и Брахма, и они сказали, что вот, твое время закончено, твое проявление, твоя манифестация в этой жизни закончена, ты можешь идти, присоединяться к сонму богов. То есть поэтому еще Хануман не встретился с Рамой, потому что просто его уже больше не было, потому что время его проявления закончено. Не означает, что Рама закончен, а время его явления, время его сценического воплощения было закончено. Поэтому в этой истории замечательный перформативный как раз показано. Теперь, ну да, существует мейнстримная рамаяна, и существует огромное количество альтернативных версий традиционных исполнительских искусств. Сейчас просто некогда подробно все это рассказывать, но вы знаете, что особенно на юге Индии, где есть культ, в том числе Раваны, то там будут некоторые другие истории выявляться. Особенно мне хочется подчеркнуть такой жанр, как женские песни. Вы знаете, что есть понятие пала-шрути, то есть заслуга, которая приобретает в результате слушания истории. Вот то, что вы сейчас все сидите и слушаете, вы приобретаете, тем не менее, заслугу. И также происходит с огромным количеством жителей Индии, которые, может быть, неграмотно даже, но они постоянно слушают эту Рам-катху, немножко в разных исполнениях. И вот в этих историях, в этих рассказываниях, особенно женских версий, потому что существует мужская рамаяна и женская рамаяна во всех штатах, вот они обрастают огромным количеством деталей, совершенно специфических, где акцент делается на каких-то нюансах, деталях и, может быть, забытых каких-то персонажах, малоизвестных, но тем не менее, которые как-то вытаскиваются. Так же, как и рага. Да? Вот ее можно сыграть всегда по-новому, просто вспомнив особенности этой раги, что там закопано еще много-много всего. Но прежде всего, конечно, это семейные истории. То есть для большинства женщин Индии вообще вот история об этих вот героях, как бы то их ни называть, это, скорее всего, часто это будет именно ситаяна, но это история о joint family, то есть о большой семье со всеми ее трудностями, со всеми ее ужасами, кстати говоря, опасностями, необходимости их преодолевать и радостями, потому что, конечно, тут есть элемент сплоченности, есть элемент принуждения и насилия и так далее. То есть Рамаян, так же как и Махабхарата, это огромный котел, с которым можно вынуть совершенно разные вещи. Я хочу в силу короткости времени сейчас только сфокусироваться на трех случаях, на трех персонажах и, соответственно, на трех произведениях, сценических произведениях, вот, которые достойны такого особенного внимания. Во-первых, около недалеко от Пондичерри есть такой замечательный театр, лаборатория Адишакти. Вот создательница этого театра была Вина Панчала, замечательная мастер и актер, актриса и режиссер. И вот она создала целый ряд произведений, спектаклей, которые очень успешно представляются по всей Индии. Значит, и кроме всего прочего, там, значит, там есть история о, ну, это история о Бали, например, которая, да, фокусируется вообще на теме смерти Бали. Вот. Можете посмотреть. Есть история вот, Кумбхакарны и Лакшманы, где особенно тоже проявляется проблема вот это, гибели на поле боя и тема фатальности. Ну и, конечно, вот эта история десятой головы Раваны.
Что такое, как, вот, в ходе разговоров я видела этот спектакль в Дели и в Калькутте, уникальная вообще вещь, и потом побеседовала с исполнителями. Там это соло-спектакль, это моноспектакль, где есть музыканты, но главный герой, вот это Равана, вот он изображает все. А отдельный герой там изображает десятую голову. Значит, дело в том, что, ну что такое, ну, вообще эти 10 голов? Почему у Равана 10 голов? Что означает слово 10? Это очень странная вещь. Вообще говоря, это не эстетично, потому что в центре, вот посмотрите, вот в этой прекрасной книжке, которую вы сейчас смотрели, серебряненького изображения Равана, ну, он изобразил 10, 5 здесь и 5 здесь. Посередине что-то такое непонятное, то ли серьга, то ли что-то. То есть как-то это не очень логично и не очень эстетично. Все-таки что-то должно центрировать, какая-то голова должна быть в центре. 9 голов, вот это логично получается. 4 по бокам и 1 в центре. 10 – это может также означать и пространственная ориентация, то есть 8 сторон света плюс зенит и надир. Тогда бы они располагались в сферической такой, значит, схеме, но они не так изображаются чаще всего. Ну вот создатели этого театра предположили, что, скорее всего, вот речь идет о том, что их 9 плюс 1. Не 10, а 9 плюс 1. Во-первых, согласно одной истории, одну из голов Равана, будучи адептом Шивы бесконечным, Шива никогда не мог сказать ему «нет», он посвятил Шиве, отрезал и посвятил Шиве. С другой стороны, есть точка, то есть у него на самом деле 9 голов, а 10 невидимо. С другой стороны, есть другая точка зрения, что он все 10 голов посвятил Шиве, таким образом ожидая, что тот ему дарует ну, такой дар бессмертия, и, соответственно, может быть, значит, он ожидает их назад. То есть, на самом деле, мы не видим, у него нет 10 голов, они невидимы, эти 10 голов, это теоретически 10 голов. Но, с третьей стороны, будучи, конечно, людьми-театралами, они предположили вот какую историю, что их, на самом деле, 9 голов, и они соответствуют 9 расам, 9 эмоциям, и бхавы, и расы. То есть каждая из голов Равана на самом деле испытывала или проявляла разные эмоции, включая Шрингару, любовь, и Каруну, сострадание, и Адбхута, удивление. То есть разные качества, которые в каждом человеке и, конечно, в правителе Равана были, включая Кротху, гнев и там вира, мужество, на самом деле все были разные. Но десятое – это что-то другое. А что ж такое десятая глава Равана? Она не попадает в эту нумерологическую как бы классификацию 9. А вот это была щепенец. Вообще щепенец. Он как бы где-то сбоку. И он существовал. Это такая ипостась Равана, которая путешествует по миру. Есть такой апокрифический сюжет, что вот в этот 10-я глава Равана встречалась с Ситой, помимо остального Равана, и вообще у них были тайные разговоры. Ну, в частности, какие тайные разговоры? Ну, вы знаете, вообще история, и здесь как бы надо вспомнить о Сите, кто же такая Сита, где она родилась, кто она такая, принцесса ли она Митхилы, или все-таки она принцесса Ланки? Ведь когда, ну, Равана, будучи адептом Шивы, он просил у него много чего, и в частности он просил потомства, великого потомства. И Шива сказал: вот, пожалуйста, тут есть плод манго хороший, ты его сейчас съешь, но ты его съешь не один, а со своей женой Мандодари. И когда вы вместе его вкусите, то тогда у вас будет великое потомство. А он был очень голоден, Равана, и он этот манго сожрал сам, быстренько. И вдруг у него начал расти живот, и он просто не мог, он рос живот, и Равана не сдерживается и чихает. И от этого чиха произошла девочка, прекрасная маленькая девочка, которую вот он принес во дворец, они начали ее как бы выращивать, как, то есть Сита, рожденная от чихания, есть такой версии интерпретации. Значит, принесли, и что первым делом надо астролога. Значит, посмотрел на нее астролог, гороскоп посмотрел ее и сказал: нет, ну это ужас кошмарный, вот это дитё, вот эта девочка, просто принесет разорение всему царству, из-за нее Ланка погибнет. Вот пойдите ее в лес, отнесите, вообще убейте и уничтожьте.
Тогда Мандодари взяла эту девочку, отнесла, завернула в шелковые одежды и положила в лодочку и отправила на волю судьбы, помолилась Шиве и отправила на волю судьбы в океан. Таким образом, она приплыла на территорию Индии и дальше уже ее нашел в борозде Джанака. То есть она принцесса двух царств, по сути дела, рожденная на Ланке, поэтому вся история была совершенно другая. Равана, желая ее спасти из этого вот ужаса изгнания, он просто ее спас таким образом. Он не испытывал никакого сексуального влечения к Сити. Он просто хотел вернуть ребенка домой, когда узнал о ее ужасной судьбе и так далее. Вот, поэтому, ну так, такая вот вещь. И вот эти 10 голов – это как бы совокупность разных эмоций, столкновение разных эмоций и конфликт. То есть проблема между индивидуумом и коллективом, личность и коллектив. Вот что такое вот эти вот 10 голов. А 10-е – это вот некоторое такое тайное послание, которое передвигается между разными мирами. И там конфликт. Вот в этом спектакле блестящем, один час идет, но просто блестящий спектакль, вот конфликт этих голов. Теперь второй момент, второе представление, которое... Да, конечно, он очень просто интересный, и посмотреть бы его, это 10-я голова Равана. Второй спектакль, который вы можете посмотреть на YouTube, я всех вас отсылаю, вы просто наберите вот там в Гугле «Millions Sitas», да, «Аниратнам», он сейчас положен, этот спектакль, версия его есть на YouTube. Значит, что это такое? Есть замечательная танцовщица, создатель сайта nartaki.com, которая отслеживает вообще исполнительское искусство современной Индии, Аниратнам. Она из Мадраса, из Ченнай. Она сама исполнительница Бхаратнатям, но не только. Она делает очень интересные такие спектакли, серьезные. И вот один из самых, пожалуй, выдающихся, который тоже много где был показан, «Миллион сит». То есть вот она как раз и обращается к разным забытым персонажам. Кстати, Рабиндранат Тагор был одним из первых, обративший внимание вот на этот феномен забытых женщин, эпоса. Ну, малоизвестных, да, или тех, о ком не всегда вспоминают. Но она взяла вот несколько сюжетов: Мандодари, Агалья, Мантара, Ширпанака и Сита. И объединила их, проследив их биографии. И, например, конечно, там очень много фольклора. Она говорит, ну вот мы выросли с тем, что в нас втирали масло в девочек и говорили «Сита кальянам, Рама кальянам», желая таким образом, чтобы брак ваш был похож на брак Ситы и Рамы. Что это означает? Это значит, что наши бабушки, прабабушки втирали в нас вот это масло в девочек и говорили, пели таким образом: «Пусть муж твой будет изгнан из своего царства, и ты пойдешь на 14 лет на неизвестные страдания в лесу, и пусть будет какое-то помешательство, и ты захочешь какой-то золотой антилопы, и тебя пусть похитит демон, куда-то увезет, и будешь ты там страдать, а потом, когда муж тебя вернет в свое царство, он тебя подвергнет испытаниям, и в конце концов изгоним беременную жизнь». То есть вот какого рода пожелания, собственно, желаются вот этим обрядом, вот вспоминанием об этом. Конечно, например, на Яве они об этом даже и не думают. Я просто тоже спрашивала, они совершенно иначе воспринимают брак Ситы и Рамы. Там просто останавливается все повествование о том, когда они возвращаются в Айодхи. То есть там нет сюжета вот дальнейшего развития. Ну, как бы вот такой вот момент. Здесь же она подняла вот эту тему ави-кавья, то есть разных женских персонажей, которые страдают, которые имеют, безусловно, свои версии. И получается, что вот в этом представлении она просто подключает совершенно множество историй, нарративов, потому что у каждого, не просто у каждого народа есть своя рамаяна, а у каждого человека есть своя рамаяна. Ну вот можете посмотреть небольшие какие-то фрагменты изображения, они Аниратнам. Ну и, наконец, последний сюжет, потому что времени очень мало, я просто только кратко назову этот сюжет, который, мне кажется, важно о нем тоже подумать, это Урмила.
Значит, Урмила – это младшая сестра Ситы и жена Лакшмана. И вот, ну, наверное, вы все о ней прекрасно знаете. Опять же, у Вальмики очень короткое упоминание о ней. Там просто говорится о том, что, ну, вот у Лакшмана тоже была жена, которая, значит, была, и все. И он ее не взял в лесное изгнание, и она осталась там, значит, осталась следить за родителями, за старыми родителями. У Тульсидаса там побольше. Больше. Там некоторые есть некоторые обоснования, это вот Урмила Нидра, да, сна Урмилы, о том, что Лакшман, поскольку он так хотел служить своему брату, он просто при встрече с Нидра Деви, богиней сна, попросил ее, чтобы он никогда не спал эти 14 лет. Но для этого богиня сказала: хорошо, кто-то должен спать вместо тебя. Он говорит: ну вот я договорюсь со своей женой. Он договорился с Урмилой, она сказала: да, конечно, я буду спать вместо тебя. Да, и все эти 14 лет она проспала, значит, в это, вместо того, чтобы заниматься. Вот, ну и, да, и потом, это, кстати, тема Урмилы, она тоже фигурирует очень активно в женских песнях. Вот, хотя в моих мейнстримных романах почти нет, а вот в научном фольклоре там будет постоянно. И есть даже тоже вообще романы с точки зрения Урмилы. Потому что, когда потом Лакшмана пришел, уже с победой, значит, он пришел ее будить, она пробуждается, и некоторое время она не понимает, кто это, и на всякий случай его так отгоняет. Говорит: я замужняя жена, а тут кто-то пришел, кто-то. Будь внимателен, потому что тебя мои родственники могут уничтожить, если ты хочешь покуситься на жену, замужнюю женщину. А потом он как-то все-таки напоминает, говорит, что это я, вот Лакшмана, окей, но... Она дальше, она рассказывает сюжеты, которые она не могла знать, потому что она спала. Дальше вспоминаются истории вот, вот победы над равными. То есть существует представление о том, что на самом деле вся Рамаяна приснилась Урмиле. То есть то, о чем мы считаем вот в этом произведении, слышим и так далее, является ничем иным, как сном одного человека. И вот, кстати, в одной из версий тоже говорится о том, что когда они потом все время находятся на связи, Сита и Урмила. И Сита говорит: жертвоприношение, или, ну, скажем, подношение, которое поднесла Урмила, достойно сотни вот, действий Ситы. Очень превозносит ее дар. И вот, пожалуйста, просто два сюжета. Вот это вот Монгол. Ну, значит, был в 55-м году такой спектакль «Бхумикания Сита», создан в Бомбее, где вот к ней как раз и обратились, к этому персонажу, к этой фигуре. И вот Монгола из Санчари, театр Санчари, в 2016 году тоже обращается специально вот к теме Урмилы и сна Урмилы. Вот, ну... Наверное, вот это и, в общем, все, что я хотела сказать, просто за неимением большого количества времени, но просто завершить можно действительно сопоставлением вот великого этого произведения, понимая, что это, в общем, не произведение, а это огромное пространство возможностей, из которого, как замечательно Амартья Сен в своей книжке «Argumentative Indians» писал, что каждый индеец любит поспорить и любит поразговаривать. В чем-то проблема смерти. Ты лежишь как дурак и ничего не можешь сказать, в то время как вокруг люди что-то там утверждают. То есть всегда на какую-то идею, на какую-то историю мы в Индии находим альтернативную версию, уточняющую версию, а иногда и просто противоположную. Спасибо. Спасибо. Жалко, что так мало времени.